Раньше я работал в другой сфере, это финансовая сфера, в банковской организации. А для меня эта работа была, скажем, скучновато немного. Хотелось какой-то активности. И вот так получилось, что я стал сотрудником МЧС. По приезду к месту вызова визуально мы наблюдали такую картину, что человека завалило землей где-то по шею, а человек практически уже не дышал, то есть такие короткие вздохи были. Сразу же приступили к раскапыванию его. Физически было, на тот момент я понимал, это очень тяжело руками работать, но мы справились и мужчину достали. Тихо, долго! Тихо. Пиши! Давай, взяли! 3-4! Пояс снимите! Когда осмотрели его медицинский персонал, они говорили, что вряд ли мужчина выживет. Я когда узнал, что он выжил, невероятное чувство счастья и гордости. Супер. Был один случай, это был пожар. Пожар в доме повышенной этажности. Мы осматривали второй этаж наличие пострадавших и звено МГДЗС. И услышали в это время крик ребенка. Было очень все темно. Помещение было задымлено. Помню, что передвигаясь ближе к этому крику, не понимали вообще, где мы находимся. То есть дверей не нащупывали. Следующая дверь была именно та, куда нам нужно было попасть. Открыв ее, также в квартире было задымление. Ну, помог нам тепловизор. При помощи тепловизора мы обнаружили ребенка. Это, наверное, лучшая работа в мире. Я просто настолько счастлив, что у меня такой коллектив, вот, что я занимаюсь нужным делом, оно мне очень нравится, я очень идейный.